Мой друг очень любит шутить и разыгрывать людей. Как-то раз мы сидели в комнате и долго ждали нашу подругу. Он решил проучить ее за постоянное опоздание и спрятался за дверью. Когда она зашла, напугал. Подруга очень долго ругалась за этот розыгрыш и несколько раз упомянула, что так можно до белого колена довести. Но при чем тут колено? Как до него можно дойти, если оно всегда с тобой? Довести до белого коления. Этот фразеологизм означает, что человека довели до состояния высшего раздражения. Этот фразеологизм пришел к нам из металлургии. Самый близкий по смыслу аналог для фразы про белое коление – точка кипения, потому что коление – это процесс закалки металла в огне, а стадия белого коления и есть точка максимального нагрева, при которой металл раскаляется и начинает светиться белым цветом. Довести до белого коления таким образом – это вывести из себя, привести в бешенство или сильно рассердить. И колено тут совершенно ни при чем. На моем родном языке это выражение звучит так. Кадими. Спасибо.